В районе весового контроля Toyota Celica врезалась в леерное ограждение. Водитель утверждает, его подрезал грузовой автомобиль. Район весового контроля автодороги Владивосток-Артем. В сторону Артема движется автомобиль Toyota Celica. За рулем спортивки молодой человек. Он рассказывает, что в районе 30-го километра перед ним резко перестроился автомобиль Mitsubishi Canter. Водитель Celica резко выкручивает руль влево, машину заносит и кидает на леера. Отскочив от дорожных ограждений, автомобиль бьет грузовика в левый борт и замирает посреди дороги. С такой версией произошедшего не согласен водитель и пассажир Mitsubishi Canter. Они уверяют, что ехали по своей полосе, когда Toyota Celica начала вилять на дороге. Не справившись с управлением, водитель спортивки совершил ДТП. Никого не подрезал абсолютно. Ехал по средней полосе, посмотрел в зеркало, никого нету. Включил поворотник, только собрался поворачивать, смотрю, летит. Я по своей полосе так и остался ехать. К месту аварии вызывают скорую помощь и пожарных. Врачи осматривают пострадавшего водителя Toyota Celica и оказывают ему первую помощь. От госпитализации молодой человек отказывается. После приезда полиции водителя рассказывают каждый свою версию случившегося. Выяснение, кто прав, а кто виновен в этой аварии, может продолжиться в суде.